занимались мы где-то года два назад. Вот, и все это время делали только свои вещи, то мы играем только оригинальные вещи. Я сразу предупреждаю вас. Вот. Итак, первая наша вещь, она называется «Красное пальто», «Red Coat». Красное пальто. Давай сегодня встретимся все вечера на лестнице, чтобы узнать, как это высоко. Давай забудем прошлое, все гадкое и пошлое, начнем с чистого листа. Держась за руки, поднимаясь, мы прикоснулись к краю рая и поняли. Thank you.
это было красное пальто. И там берега плелась несчастная любовь, пустила свои корни в хрип и в кость. От яри и до снов, от рая до крестов, молчание мудрый лес восстал до самых звезд. Где пламя, пламя воз, от смеха и от слез, где серебрят звезд, поганые песни, где притаится страх, на острие ножа, где в сжатых кулаках таится. Большое спасибо. Как ветром тебя занесло в эти края, ты, наверное, отбилась от стаи и сбилась с пути. Ты, наверное, искала своих, искала любви. Каким ветром тебя занесло в наши края? Северный.
ответит. Мостами помашем киты в ярком солнечном свете. Холодный лохматый старик северный. Сумрак полярных ночей. Безмолвие шепот сковал стальные сердца больших кораблей фабрики. Веры, надежды в царстве снежном, где Герда спасает в ладонях остатки любви. Нашего Мишку Куала, который зовут Толя. Вот, поэтому я хочу тебе сейчас его передать, потому что он хочет много узнать о тебе. Вот. И, соответственно, ну, вообще о жизни Австралии, как здесь оказались, как началась группа, грубо говоря. Ну, у нас также есть, сколько у нас, 4 главных вопроса, которые мы все друг друга спросили. Это имя. Чем занимаемся? Последний концерт, на котором вы были, и самый запоминающийся момент 2019 года. Угу. Вот. Поэтому тебе, Толика. То есть ему говорить. Можешь ему, но можешь и нам всем. Но он сам разговаривает. Он не разговаривает, он только петь умеет. Жаль. Так, вопрос первый. Как тебя зовут? Меня зовут Сергей. Оказался я в Австралии 8 лет назад. Я сюда приехал по программе иммиграции. Вообще никогда не думал, что я здесь окажусь на самом деле. Но в детстве я мечтал, на самом деле. Да. Я думал об Австралии. Что следующее? А сам родом откуда? Из Ташкента. О, в Ташкент? Из Ташкента. Кто-нибудь был в Ташкенте? В Ташкенте. О! Да. Ну и как вам наш город? А я не был в Ташкенте. Очень-очень тепло, да. Ну, я думаю, тогда в следующем перерыве есть чем поговорить будет тогда уже. Отлично. Вот. Ну и расскажи также последний концерт, который побывал вообще-то. На нашем концерте? Ну, кроме нашего. Так, на последнем концерте я был, по-моему,
Кубометр в Лего. Да. Это верно. Да. Вот так. То есть как в Мельбурне был. Концерт, да. Он приезжал в Мельбурн. И мы ходили, вот был Стас, кстати, который здесь тоже присутствует. Мы с ним были вместе на этом концерте. Это было, сейчас скажу, чтобы мне память не изменяла. Где-то год, нет, чуть больше было. Чуть больше было, да. Кстати, классный был такой концерт. В прошлом году был. Да, да, да. Он приезжал. Вот я был прям в первых рядах около сцены, стоял. Вот. А что? Год. Да, мне очень понравилось. Год большой силы или не очень? Очень. Очень большой силы. Год бывает разный, знаете, бывает. Ну, да. Год силы большой, бывает не очень. Вот. Так что... Ну да. Ну далее, значит, ты спросил по поводу группы. Да. Да, как мы собрались. На самом деле это он меня подбил играть. Я играл в Ташкенте где-то лет 15. Вот. Поэтому вот здесь песни, которые мы исполняем, это часть песен старых и часть есть новых. Вот. Он уговорил меня снова начать играть. Я знал, что это вообще из себя представляет, и насколько это вообще сложно, и вообще насколько надо отдаваться этому. Но вот так вот мы и начали работать. Скажи, пожалуйста, вот мы, когда вообще готовились к этой поездке, ну, мы, понятно, изучали план, куда мы поедем. Да. Ну и, конечно, программа у нас ходила, потому что на замечательном вот этом кораблике поплыть вдоль реки и послушать музыку группы «Лестница». То есть мы, понятно, изучали, куда мы пойдем. То есть в Гугле мы прогугли, что там Хантер Вэлли представляет себе, что 12 апостолов себе представляет. Ну, вот я лично погуглил «Лестница», и мне вышли «Лестницы». Вот. Тем более австралийские все «Лестницы» в картинке. Вот. Поэтому... расскажи, пожалуйста, как так оказалось, что назвал группу «Лестница»? Сейчас. Это забавная история. На самом деле, это название пришло внезапно. А у нас есть «Лестница», вот она стоит. Кстати, вот она, это «Лестница». Ее звать Леся, а это самое, ее будешь звать «Лестница». Вот. Так скажем, от счастья, скорее всего, так. На самом деле. Да нет, на самом деле. Можно я скажу? Расскажи. А то он что-то прям вообще придет. Застеснялся. Как-то так вот, ну, исторически сложилось, что у нас было две группы. Одна называлась 32 мая. Называется. Да, 32 мая. А старая Серегина группа называлась «Маль». И вот когда мы иногда делали совместные концерты, то объявляли 32 мая и май. Думаю, да что у вас, фантазии вообще нет, что ли? Что если вы в май тут все это самое? А не май, а май. Ну так май, а слышите-то как май. И они все как-то нас говорили, а что вы, ребят, этот май тут, вы тут май. Но мы думали, надо что-то менять. Да, помнишь тогда? И начали там предложения всяческие поступать. И большинством голосов, в принципе, я был против. Вот честно скажу. Он всегда против, на самом деле, всего. Я был против того, чтобы была лестница. Потому что лестница может идти не только вверх, но и вниз. Как ты думаешь? Наверх по лестнице ведущий. Вот. Правильно человек говорит. Вверх по лестнице, ведущий вниз. Можно... Уже вот. Слоган может быть. Ну да. Ну, в общем, как-то так. И ну, предложили, и получилась «Лестница». И ничего тут особо такого вот романтического не было. Скажи, что ты. В смысле, у меня есть другая версия, почему «Лестница». Потому что Сергей работает маляром. Работал. По лестницам лазит. И он лазил по лестницам вверх-вниз 100 раз в день. Это вообще семейное занятие. Работать полярами. Да. Рок-звезд вообще. Да. Потому что ничего знать не надо, на самом деле. Маши кисточки и все, да? Это то, чему не надо учиться. Ну да, как мы все уже слышали, что Би-2, Лёва Би-2 начинал свою здесь работу в Австралии как маляром. Вот. И, кстати, вот Игорь у нас
был первый барабанщик группы B2, которые первые альбомы были записаны именно здесь. Я думаю, он попозже нам чуть побольше расскажет об этом. Ну, тогда что? Приступим к следующему сету, потом еще поговорим. Красивые ленты расставят метко ловушки. Меня зовут континенты, а я все прячусь ночами в подушке. Сквозь стекла биноклей ко мне летят дирижабли, и пьяное море качает эскадры. Это моя любовь гуляет по свету, где-то рядом сведет все реки одним водопадом. Тебя повяжут красивые банты, ты даже не представляешь, но очень скоро об этом узнаешь. О чем поют континенты, куда летят дирижабли, и как пьяное море качает эскадры. Прощай. Моя любовь гуляет по свету, где-то рядом сведет все реки одним водопадом. Thank you.
кричал, хрипел, по кругу крутил. Что-то важное опять говорила. Падала ночь, треском лешего, да криком совы, волчьим воем шум быстрой реки. Летом великаном тенью луны, луны. Тех, кто хотел, мы день на ночь ждали, и вновь не раздевшись, сложились в постель, пытаясь заснуть. Восставшая память, прошедшие дни, новая эра, и в главных ролях только мы. Но на задних рядах мы видели небо, глядя в грязные лужи. Но где ж та любовь, подскажи? Thank you.
слез нам кричали «Вставай!», но было так рано, и нам хотелось поспать. Еще 5 минут. Телефон, надрываясь в прихожей, звенел. Оркестр играл рок-н-ролл, он это умел. Он это посмел. Мы видели небо, когда пили пиво, но пиво кончалось, и мы шли домой. Льда, тонул, всплывал, и все кричали «Беда!». Беда, как судьба. Осталось немного, и вот мы летим вниз головой. Прости нас, небо, прости. Мы видели небо, молчаливое небо, то самое небо, вершину любви. А ночка темна, доведем до конца, да без обиды, пиво вся братва со двора. Со двора стервой лихой надрывалася горой, да без обиды билася братва со двора.
со двора. Спасибо. Спасибо. Ну что, Black Time? Yeah.
Спасибо. Это был Вестник. Золоченой оправе ты будешь встречать рассветы с дождем, ты будешь плакать в золотые подушки и вспоминать пластилиновый дом. И так пройдет, пролетит мимо вечность, задев тебя пернатым крылом. Посмотрит в глаза, поспорит с тобой и спросит, где твой пластилиновый дом. Который когда-то дарил тебе я, сорвался с гвоздя и упал мне на руки. Просил простить, что плохо стрелял, но ведь дело не в том, и я леплю куски, я оставлю на память навечно с собой брошенный тобою в долине вулканов наш первый пластилиновый дом. И так пройдет, пролетит мимо вечность, задев тебя пернатым крылом. Посмотрит в глаза, поспорит с тобою и спросит, где твой пластилиновый дом? Твой пластилиновый дом. Большое спасибо. Thank you.
повели на расстрел. Ты вспомнил о том, что умеешь летать. Ты сказал, что зря привели на площадь солдат. Судья, посмеявшись, взглянул на тебя и вытер потную шею платком. И дело не в том, что кто-то хотел рассчитаться с тобой. Ты умеешь летать. Ты умеешь летать. И когда твои мысли обручились с любовью, на твоей спине выросли крылья, и стоявшие там прикусили язык, глядя вслед. Что было бы лучше, если б солдаты бросили ружья. Но судья до конца исполнил свой долг и приказал стрелять. Снова выйдем от солнца и
10 тысяч причин, но в холодную зимнюю ночь и опять сплю один. Январь, да что ж за дела? Я снова лечусь сладким теплым портвейном. Приходят друзья, и всю ночь напролет, надрываясь мотор, держи курс до ларька. Январь, вот такие дела. Thank you.
флагой в Восточной Европе. Они любили друг друга жадно и больно, точно до крови. Она ему говорила, что жизнь — это скорость, и мы в ней герои. Что сегодняшний промах и рваные вены — это признак грядущей великой победы. Прага, большое спасибо. И вот мне арт-директор в час ночи вырвал, сказал: иди пой. Я говорю: я не хочу, я не буду. Ты что, зачем мне позориться? Вот. И в конце концов он просто выходит тупо на сцену и анонсирует это. И выбора у меня не было перед всей толпой всего бара. Ну, где-то 300 человек, я помню, было. Вот. Ну, попозже могу показать видео того самого маленького выступления, там есть кадр. Ну, надеюсь, я не опозорюсь. Не опозорюсь свое имя, грубо говоря. Я, кстати, тоже не факт, что хорошо знаю. Так что будем импровизировать, если что. Импровизируем. Кожу бы под кожу мне запустить дельфинов стаю, там у сопки у подножия, где я тебя настигаю. Режем мы полоски длинные, разветвляем юность, ставя крабом, там зеленые красивые остаются, бьются с нами рядом. Тонешь, не потонешь, ты сломаешься однажды. Может, выпьешь яда, слежешь дважды, знаешь, мне уже не важно. Все не так уж важно. Покажи мне пару трюков и прижми хвосты к ладони. Я не слабый, просто добрые, только не приостановлены. Где глазами невлюбленный, обалдевший, вены поджигает. Нарисую я тебя не люблю и не понимаю. Клонишь, не потонешь, ты сломаешься однажды. Может, выпьешь яда, слежешь дважды, знаешь, мне не так уж важно. Все не так уж важно. Спасибо большое.